Մինչ օրը շրջանի բնակչությունը հետազոտություններ անցնելու համար ստիպված էին մեկնել Թբիլիսի կամ հասնել մինչև Երևան։ Ինոց Մինդայի կենտրոնական հիվանդանոցի մենեջեր Նատո Իրեմաձեի խոսքերով, այսուհետև բացի կանոնավոր հետազոտություններից, մեր հասարակությունը կարող են անցնել այն հետազոտությունները, որոնք նախկինում չեն եղել։ Как вы знаете, наша клиника уже несколько месяцев, как все плановые анализы, отправляет в город Тбилиси. Там есть такой очень хороший лаборатория, огромный, разные евростандарты с типичной аппаратурой. И отсюда второй день они ответы отправляют электронной почтой. Потом мы печатываем и раздаем пациентам. Наше население, большинство населения нашего района знает, что по направлению сельского врача очень много анализов бесплатно, и государство оплачивает. Но есть такие анализы, которые тоже очень важные, но не входят в государственные программы. Еще в нашем районе живут такие люди, которые грузинские гражданства нету, и они должны платить за эти анализы, которые входят в государственные программы, и за анализы, которые не входят. Как я сказала, эти анализы, которые не входят в государственные программы, тоже очень важные и довольно дорогие. Например, исследования иммуноглобулина, ГРПСа. Там есть гормоны щитовидной железы, например, ТСХ, Т4, и цереактивный белок и так далее. Да, просто сейчас я хотела, чтобы население нашего района узнало, что до Нового года у нас есть акция, то есть скидки есть, эти анализы, которые я уже сказала, да где-то 100 анализов, которые стоят 20, 30, 40 лари. У нас довольно новая акция есть, и это анализы можно делать 5, 6, 9, 10 лари. Но 5 и 10, вот так играет эта цена. И можно лишние расходы, чтобы не было народу, за это анализы ходили Тбилиси, Ахалцихе, и некоторые Ахалцихе тоже не делаются, они тоже Тбилиси отправляют. У нас каждый рабочий день курьер приходит, и все эти специальные пробирки есть, и возьмет Тбилиси. Второй день, как я сказала, получаем ответы. И я думаю, что это очень хорошая акция из нашего компании, чтобы такой скидки делала для нашего населения, нашего района. Հիվանդանոցի մենեջերը հավելեց նաև, որ անվճար հետազոտություն կարող են անցնել այն անձինք, ովքեր ներկայանում են գյուղական բժշկի ուղղորդմամբ։ Կա բացառություն եւս, անվճար ակցիան չի վերաբերվում օտար երկրա քաղաքացիություն ունեցող անձանց։ Еще я хочу сообщить наших женщинах, что когда два недели назад они были на бесплатной акции скрининга, это скрининг исследования шейки матки продолжается. Тогда тоже маммография скрининг центр сделал, а это мазок шейки матки взяли наши гинекологи. И у нас для этого специальный эти есть, сасагнемина называется, палка и так далее, которые возьмут этот мазок, и это тоже отправляем в Тбилиси. Но там государственная программа есть, где 3 года один раз женщины с возрастом, начиная 25 лет, считая 60, может прийти и бесплатно исследовать, у кого есть, например, проблема или жалобы, и через неделю получит ответ. Если, не дай бог, какая-то патология будет, они потом могут... Вот я еще раз хочу сказать, что вовремя обнаружить
патологический процесс шейки матка, там рак, против рака это скрининг проходится, это уже очень хорошо, когда заранее определяешь проблема или патологический процесс, который там уже начинался. И для мужчин тоже есть специфический кровавый возмут. Там исследует специфический антиген рака, простатис анализ, хочу вот так называется тоже. Наш хирург Армен Дулгарян включен в этом государственном программе. Там тоже есть определенный возраст, например, начинается из 50 лет, считая 70. И года один раз мужчина тоже может прийти и сделать этот скрининг. Это скрининг тоже для того, чтобы заранее определять там против рака. Но еще хочу сказать, что если есть люди, которые есть жалобы, но не входят в этом возрасте, ни женщины, ни мужчины, они тоже за свою инициативу и могут прийти и сдавать анализ. Но это уже бесплатно не будет. Платные анализы сдавать, отправим в Тбилиси, и после ответа мы их звоним и сообщаем, какой у него ответ получили. Так что я думаю, что все эти акции и государственные программы очень важны, и я хочу, чтобы наше население знало все это. Возраст для женщин исследования шейки матки было 25, считая 60. Больше или меньше, если будет программа, сам программа не принимает. И государство не будет оплачивать. Но, как я сказала, это может платно делать человек, если есть у него какой-то дискомфорт или жалобы. А мужчине это начинается из 50 лет и считая 70 лет. Մեր շրջանում հետազոտությունների արժեքները հետևյալն են. Մոտ 20-ից մինչև 40 լարի սահմաններում, սակայն այս ծրագրի շրջանակներում կարելի է սահմանափակվել 5-ից 10 լարի սահմաններում։ Ծրագիրը տևելու է մինչև նոր տարի։